Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет обмен таких интересных журналов, как «Мир юрского периода 2», «Холодное сердце» английский и «Тачки 3». Давайте посмотрим. Здесь у меня наклеечки из... Так. Нет, у меня открыто, как я смотрела, проверяла. «Мир юрского периода», простые наклеечки. Также карточка. Зачем их собирать, если их потом отдаешь? Так. Я уже не помню. Не помню, как ее зовут, в фильме. «Серединка динозавра». Рычалка. Небо. Яички. Яички. Ну, вот так они, яички. Жупон. Шпан. Хвост. И все. Какие-то половинки у меня одни здесь. И также наклеечки из «Холодного сердца». И датчик. Моя предпоследняя и последние наклеечки. Класс, из журнала собран. Тут у нас Анна и Эльза. И давайте вклеим их. Так, давайте эти вклеим. Все, вклеила. Осталось найти где-то около 50 наклеечек. Так, едет. Ну, почти поменялось уже с остальными двумя. Так. И куда же мне вклеить? Ну, сюда, наверное. Ну, тут она уже есть. Куда тебя вклеим? Сюда? Здесь тоже ты есть. Куда же еще тебя вклеим? Здесь ее нету. Здесь тоже есть. Куда же тебя вклеить? Куда? Только вот сюда куда-нибудь. Может сюда? Давайте сюда. Нормально.
Этих я повыше немножко наклеила. И сюда. И давайте посмотрим собранный журнал. Добро пожаловать. Тут всякие вот напиши на английском. Have fun. Веселье. Тут собралась Эльза и Анна, блестяшечки. Тут всякие есть, но так далее. Доброй ночи, добрый день, доброе утро. Давай начнем. Let's start. Тут считается цифры от 1 до 10. 1, 2, 3. 3, 3, 3. А 3 не вижу. 3, 4, 5, 6 и так далее. Сколько троллей? 3 тролль. Тут раскрасочка. Тут немножко погадали. Цвета. Оранжевый, желтый, зеленый. Пурпурный, ну, фиолетовый, коричневый и так далее. Тут циферки 1, 2, 3, 4, 5. Поиграем. Надеюсь, сколько здесь олова. 3, Эльзы, 4, Свена, 2, этот 1, Анны, 1, 2, и Кристофа, 2, 1 маршмеллоу. Всего больше нету. Не знаю, наклеечки, но что-то я их не видела. Тут буковки собери. Также много есть повторок этих буковок. Наверное, так же, как и у многих других, которые тоже их очень кучу собирали. У нас давали. Ничего. У детей куча много воображений, куча много всего можно с этими буковками сделать. Также вот собери, наклей. Так, тут опять блестяшечки такие прикольные. Антонимы. Тут вот холодный, там горячий, медленный, быстрый, старый, молодой, много, мало, холодный, большой, или маленький, большие. Кстати, такие антонимы. Времена года. Здесь зима. Это у нас весна, лето и осень. Такие хорошенькие. Тут мне больше всех нравится. Летний, ну, весна. Тут лето. На пляже. Зимой. На коньках. Вот как оно несет. Ну, тут части тела. И такой плакатик. Summer, winter, summer. Stick and stack. Stick, stack. Ну, вот так наклеила в этот плакатик наклеечки. Также некоторые сдала она, ну, не знаю. Я люблю холодное. Я люблю snowman. Снеговик. Нет, я снеговик. Winter is magic. Давайте поколдуем что-то там вроде, что ли. Если кто знает, скажите. Ну, такой плакатик сделала, где тут Кристоф со Свеном идут. Олаф стоит на водопаде, Анна болтает с Эльзой. Тут он смотрит, вау, как он, и там один одинаковый. И сын красуется. Так, тут и песни всякие, туда, и так далее. Тут уже с летом плакат. С летом вот только сюда все могло отнестись. Так мне казалось прикольней. Hello, summer, я люблю лето. Today is on summer Sunday. Сегодня веселый день, солнечный день. I love flowers, я люблю цветы и цвета. Тут вот Эльза дает цветочек Саня, она такая, спасибо, сестричка. Тут
А погуляем? Ну ладно. Телечка дает. Типа такие изображения. Так. И вот тут также поиграли, подгадывали, задания повыполняли. И следующий последний плакатик. Также зимой. Ну, тут ни одного названия нету, так как лето или зима одно. Ну, это можно спокойно сюда переставить. Например, вот сюда колуя, стековик или что-то в этом роде. Следующее. Животные на этот раз Свен наступит в качестве модели. Ну, какой. Вот тут состав Олафа. Я, наверное, слишком много дала и сместила вниз. Но тут надо было все подрезать. 5-10. Короче, так получилось. Одежда. Тут название, как одежда, говорится на английском. Сенсол с Кристофом. Кстати, тут если что, также можно Кристоф написать. Я хотела это сделать из буквок, но пришлось написать, так как большие у меня уходило до предела. Королевский гардероб. А на Эльзан, то в основном все английском говорится, но он так прикинул, вот так, наверное, одевается. Всякие отгадки, всякие эти загадки и так далее. Лоло смотрит на сигаретиков. Тут семья собрана. Семья и друзья. Ну, тут только аквалюнька. Мне показалось, она немножко вырногая, но сейчас все равно взорская. Раскрасочки. Ой, что здесь одинаково сделала. Надо посмотреть, какой номер-то я пропустила, тупица. Так, следующий у нас Эльза. Тут вот мой папа, моя мама, моя сестра, я, мама. Тут также блестяшечки. Это у нас уже из, как бы можно сказать, второй части, где праздник, где у Анны день рождения. Тут самое клевое. Где маленькие снегурочки. Тортик несут. Ёлка. Тут раскрасочка. Вот Кристоф. Я хотела еще Анну написать, но на мне больше не было. И все. Bye-bye. See you soon. Увидимся скоро. И сейчас покажу, сколько у меня из этого всего повторчиков. Вот столько у меня повторчиков. Вот еще другие, которые попались. Вот их сколько много. Всякие мои эти. То надо же эти наклеечки клеить. О, блин. Блестяшечек тут куча. Также и простых, короче, надеюсь, это я все успею поменять. Ой, уже много заговорилась, и давайте закончим. Тут где-то около 200 наклеечек. Надеюсь, вам понравился мой сегодняшний журнал, то, что я его собрала, и много разных наклеечек, надеюсь, поменяю. Спасибо, что смотрели мои видео, всем пока, бай-бай-бай.